Заказали мы на сайте Шиншилки вот такой корм для наших песиков. Точнее, для почтенной нашей дамы. А нам порекомендовали именно этот корм для взрослых собак малоподвижных. Упаковка 18 килограмм. Производитель Германия. Мы его берем не первый раз. Будем еще брать. Даем его обычно в размоченном виде, так как собаки зубы уже не очень. Но так для теста покажем, с каким удовольствием наша песенка ее кушает. Его, точнее. Да? Корм. Одинаковые. Вкусно пахнущие. Сама била. Да? Рытик. Вот ведай. Вкусненько. Сразу не молотись только. Вкусно? Моя ты слюнява девчинка. Вкусно? Моя такая красавица. Все, вкусно? Ну, в общем, корм-тест прошел. Гранулы равномерные. Целенькие. Посторонних запахов каких-то таких плохих не ощущается. Ну, то есть, вот, можно проверить еще. Лапчик, ты у нас промхлы в опане. Будешь такие? Будешь. Ой, тяжело тебе трошки есть ее, да? Вкусно? Знаешь что, попробуй. В общем, что? Рыны довольные, мы довольные, что довольные наши собаки. Да? Будем заказывать еще. Нас, в принципе, все устраивает в данном продукте.